Здравствуйте, меня зовут Казакова Анастасия. Я являюсь студенткой Ставропольского государственного аграрного университета. Мне выпала огромная честь представлять Ставропольский край на всероссийском конкурсе «Мисс студенчество 2016». С самого детства я была разносторонним ребенком, но больше всего меня привлекали танцы. Когда я поступила в университет, я стала заниматься в одном из танцевальных коллективов вуза, танцую в нем по сей день. Также я занимаюсь флористикой, созданием цветочных композиций. Но на этом я не остановилась, и с недавних пор я стала увлекаться визажем. Но несмотря на всю свою занятость, я не забываю про учебу и стараюсь выполнять все задания на отлично. На факультете я люблю заниматься организацией различных мероприятий и самой принимать непосредственное участие в них. Самое главное, я считаю, кем бы ты ни был, флористом, студентом или организатором, нужно всегда оставаться хорошим человеком, и делать этот мир немножечко лучше.